Итак, привет, ребята, вы находитесь на канале Китай в топе, с вами я, Александр. Как вы видите из названия, это у нас обзор вот этой партнерки EPN CPA сети, или же также официальная партнерка Алиэкспресса, с которой можно также само зарабатывать, как и с официальной партнерки Алиэкспресс. То есть так же само здесь вы можете зарабатывать. Так, значит, что у нас мы видим? Нам предлагают монетизировать свой контент, то есть у вас может быть какая-то быть социальная сеть, вы можете размещать там ссылки, может быть какой-то сайт, блог, YouTube канал, то есть вы можете все это изучать, как вы видите, вот можно как начать работать. Здесь все это рассказывается, показывается, все это есть. Так, значит, давайте попробуем посмотреть, что нам предлагают при регистрации. При регистрации мы заходим. У нас есть вот такая вот форма входа, есть возможность авторизоваться через аккаунт ВК, либо же аккаунт Google почты вашей, вернее, ну как Google аккаунт. Далее мы можем здесь ввести адрес вашей электронной почты, если вы не хотите именно подвязываться через вот эти вот аккаунты. Вводите адрес электронной почты здесь, придумывайте пароль, который вам может быть нужным, который вы можете запомнить или где-то записать, но это уже не суть важно. Так, нажимаете согласен, нажимаете создать аккаунт, и у вас автоматически создается аккаунт. Главное проверять всегда, если вы вводите вручную электронную почту, нет ли там ошибок. Потому что восстановить пароль еще можно как-то через восстановление системы, ну, как через электронную почту. Но если вы вписали неправильную электронную почту, будет намного сложнее восстановить это все дело. Так, ладно, кстати, у нас еще есть такой момент, хочу уточнить. Здесь есть два языка использования в этой партнерке. Это английский и русский язык. То есть, кому какой удобно, тот такой выбирает. Так, сейчас мы что? Мы сейчас переходим в мой личный кабинет и будем смотреть, что здесь у нас происходит. То есть, вот он наш личный кабинет. Опять же, тот же самый, монетизируйте с крупной партнеркой EPN, тут предоставляет все возможности, как зарабатывать, есть обучающие уроки, если вы вообще нулевичок, никогда с этим не сталкивались, предоставление, вот, допустим, какие партнерские программы сотрудничают с EPN, то есть вы видите, как AliExpress, тут Авито, какие-то Мегамаркеты, Яндекс.Маркеты, все это можно перейти в партнерку, все партнеры, ознакомиться, и если у вас ваша площадка подходит под условия, допустим, одной из партнерок, они могут вас добавить по вашему запросу. Так, идем дальше. Что нам тут? Вот что, преимущество работы с нами. То есть они перечисляют преимущества. Можно создавать ссылки как длинные, так и короткие. Ну, короткие, конечно, удобнее. То есть это меньше места занимает в публикации и все остальное. То есть сокращайте ссылки, то есть можно создавать. Также вот есть плагины для браузера. В самом браузере устанавливается приложение, к примеру, AliExpress. Вот можно сейчас... А, тут не работает. Ладно, нет. А, вот у меня есть. Открывается. То есть оно не аффилиатное. Мы можем посмотреть динамику цены, если есть у этого товара на этой площадке. Допустим, в тот же самом AliExpress. То есть можно выбрать какую-то информацию, так, сокращение ссылки, нажимать получить ссылку, и тут появляется у нас ниже ссылка. Ладно, это нам сейчас не столь важно. Далее есть Telegram-бот, то есть у вас может быть как и с телефона вы можете работать, так и с компьютерной версии можете работать, и это значительно удобнее, сокращает время работы. То есть опять же с телефона вы создали какую-то ссылку с того же самого AliExpress, где-то быстренько раз-два разместили, указали там всю нужную информацию попутно, которая доступна в Telegram-боте для того, чтобы потом определять, что именно, с какой ссылки вы перешли и что именно заказали. И также есть реферальная программа. То есть я также вам предлагаю перейти по моей реферальной ссылке, зарегистрироваться, и, соответственно, мне будет какой-то небольшой процент от того, что сам EPN зарабатывает от ваших доходов. И он со мной будет делиться небольшой, вот как он пишет, получает 5% от заработка EPN. И тут также самое есть IP для разработчиков. Я в это не лезу, поэтому говорить, что это такое, с чем его едят, я не буду. Так, дальше, что у нас есть? У нас есть
Значит, статистика. Первая вот у нас вкладка «Статистика», «Инструменты», «Площадки», «Партнерские программы», «Техподдержка», «Обучение», «ФАК». Это у нас часто задаваемые вопросы. И «Криптовертикаль». С «Криптовертикалью» еще не разбирался, поэтому вам ничего не скажу по этому поводу, как оно и почем. Так, давайте посмотрим, что дальше у нас. Статистика. Есть у нас общая статистика или статистика по транзакциям. Мы зайдем для начала в общую статистику. То есть первым, что нас встречает, это вот прогресс мотивации для стран СНГ, как указано. Именно для стран СНГ. Для других стран у них такой мотивации нету. Ладно. Значит, если у нас для стран СНГ мотивация, вы, допустим, заработали, именно ваш доход идет на сумму более 10 тысяч рублей, у вас 1% ставка. Если более 20 тысяч рублей, у вас дополнительные бонусы у вас будут. И если не ошибаюсь, там немножко выше будет тарификация идти, то есть за получение с заказов. Значит, далее у нас мы видим вкладка лиды. Это у нас количество заказов, сколько было произведено. Доходы. Это, понятное дело, сколько вы на ту сумму заработали. Количество кликов. Это сколько было сделано кликов после того, как перешли по вашей ссылке. И хосты. Это количество людей, которые перешли, опять же, по вашей ссылке. То есть это именно людей сколько перешло, а это, грубо говоря, сколько они накликали. То есть могли сделать там 100 тысяч переходов и все остальное. Дальше мы можем смотреть статистику как за сегодняшний день, вчера, за неделю, за месяц и за полгода. Вот у меня за полгода, допустим, я не сильно сейчас, конечно, пользуюсь именно VPN, перешел на официальную партнерку, мне там немножко интереснее стало. Но тут так же самое, именно для стран СНГ будет более интересно, как по мне лично. Значит, есть у меня некоторые заказы, у меня, допустим, доход 309 рублей, было сделано кликов 17, хостов 4, 1 лид, оборот на сумму 12888. Был, все, заработал. Отлично. То есть у меня вот за полгода, у меня, грубо говоря, вот информация, сколько было сделано кликов, сколько было хостов. CR это среднее значение из заказов. Не скажу, честно говоря, обманывать не буду, не скажу, что это за EPC. То есть я его никак не могу разобрать, что это значение. Типа, что цена клика или как-то так получается. Значит, доходов у меня получилось на 35 тысяч, ну, за последние полгода. Но тут считается, за каждый месяц нужно. И доходов вот такая вот сумма. Как вы видите, 858 рублей. Так, есть. Еще есть так же самое, вот можно смотреть в долларах. В долларах у меня, конечно, заказов не было, потому что я немножко трафик начал лить на другую партнерку. Так, кстати, на нее тоже есть обзор. Вы можете поискать, посмотреть, перейти. Или же будет в описании ссылка на обзор и все остальное. Так. Также можно евро смотреть и ГБ, это, если не ошибаюсь, фунты стерлинги, если не ошибаюсь. Так, дальше у нас есть по статистике, мы можем смотреть дальше по дням, по часам, по офферам. То есть мы можем даже вот так вот взять, посмотреть офферы. То есть это у нас у меня AliExpress, это, допустим, какие у вас площадки подключены, там может быть какой-то они там Яндекс, Маркет, какой-то там еще, и у вас будет отображаться, с какой у вас площадки был какой доход идти. По часам, кстати. Давайте быстренько просмотрим, что здесь у нас, да как. По часам, то есть у нас вот за какой-то определенный день мы смотрим, у нас раз, и вот показывают по часам, когда был совершен какой-то там клик, какое-то действие у вас на площадке, и, соответственно, вот, допустим, 12 апреля было совершено в 2 часа дня ориентировочно. 2 клика, ничего не заказано. Ну, не суть важно. Так, дальше мы идем. Что у нас? Офферы, часы, креативы. Креативы это те ссылки, которые вы создаете, подписываете их как-то, чтобы вы понимали, для какой площадки было создано и все остальное. То есть вот у нас есть. Вот у нас наша, допустим, я своему другу заказывал когда-то карбюратор, вот ему под эту же
сделал ссылку и ее по-своему назвал. И чтобы мне было понятнее, откуда трафик идет, какой именно товар был заказан и все остальное. То есть для себя какую-то статистику собирать, чтобы смотреть, что я зарабатываю. Здесь суб. Так, суб-айди так называемая. Дополнительная информация по каким, допустим, вот у меня X-Ray диски покупал себе, делал на него обзор. Соответственно, допустим, на него кликов не было. Вот, допустим, какой-то Wi-Fi репитер. Вот ссылка Shorts. У меня видео Shorts на YouTube есть. Я там размещаю. То есть, соответственно, ну, размещал до какое-то время, сейчас не размещаю. Сейчас у меня это все ссылки идут в Телеграме, понятное дело. Потому что в Shorts ссылки не активны, к сожалению, стали. Есть. То есть это все доступно. Потом мы можем посмотреть информацию по странам. С каких стран были больше всего переходов, с каких стран у нас заказы, допустим, соответственно, мы можем посмотреть всю эту информацию, где какие заказы, где какие переходы. Отлично. Дальше. По операционным системам. То есть мы можем смотреть, на какую площадку мы можем лить. Если у нас, к примеру, это телеграм-канал, то есть, соответственно, вот у нас Android-площадки, Windows, неопределенные, не знаю, чего не определяют, ну, суть важна. То есть Linux, AUX, то есть адаптацию под какую-то определенную систему. Можем это все сделать. Материалы. Значит, что у нас материалы? Ага, то есть это у нас определяет, опять же, с какого типа, где была создана ссылка, то есть неопределено. Я не знаю, почему неопределено, хотя у меня все ссылки создаются либо же через саму вот эту вот личную кабинету, либо через сам личный кабинет, либо же через Telegram-бота, либо же через расширение иногда еще создаю. Ну, ладно, не суть. Далее площадки. Мы можем опять же смотреть, какая площадка у меня больше всего дает трафика, больше доходов и всего остального. То есть у меня есть какая-то неопределенная, какая-то вот мой YouTube-канал, еще у меня есть один YouTube-канал, так сказать, тестовый. И вот это, допустим, у меня три площадки, это которые уже не активны, они не существуют, скажем так, на просторах EPN. Далее, что мы идем? Мы идем в транзакции. В транзакции мы можем зайти, посмотреть, опять же, за полгода. А, за месяц мы не посмотрим. Окей, не посмотрим, да и не посмотрим. За полгода почему-то ничего не показывает. Хотя там, в долларах надо переключиться на рубли. На рубли. Вот у меня вот так, вот у меня есть, значит, водонепроницаемая зажигалка. Я делал обзор. Кто-то что-то заказал, но почему-то был отказ. Ну, был и был. Ну и ладно, не суть важно. Так, что у нас дальше? Дальше у нас есть инструменты. Мы переходим в инструменты. Первое, что мы встречаем, это мои креативы. Это ссылки, которые я раньше создавал. Как мы видим, я вот их подписывал. Допустим, у меня была там чесночница, я когда-то заказывал относительно недавно. Могу, вот я создал, допустим, для Телеграма ссылку, разместил в Телеграм-канале, и все замечательно. Так, или, для Телеграма создавал ссылку, ее там разместил, и все. Здесь еще есть, требуют какую-то маркировку. Я с ней, честно говоря, не разбирался, поэтому особо не вникал. И более подробно сейчас посмотрим. Может, с вами буду и разбираться вместе с вами. Так, есть партнерская ссылка. Здесь мы берем, к примеру, наш AliExpress. Секундочку. Так, вот мы видим, ребятки, вот наш AliExpress прогружается. Окей, это нам не надо. К примеру, есть какой-то вот будет какой-то вот мешочек для каких-то, мешок для стирки шмоток, вернее, кроссовок. Мы берем, копируем ссылку в адресной строке, вставляем ссылку. Здесь, допустим, я пишу название, тот же самый мешок для стирки кроссовок. Ну, это чтобы мне лично было понятно. И опять же, я могу подписаться, допустим, там образно могу. Длинные видео YouTube. Ну,
чтобы я понимал, допустим, там это не шортс или что-то еще. Здесь я опять же могу взять вот washing machine shoes bag. Идем сюда, вставляем, допустим, наши в sub-ID. Тут нельзя, чтобы было пробелов, поэтому мы будем вместо пробелов использовать вот такие вот нижние подчеркивания. Все, нас тут все устраивает. Здесь, к примеру, я могу указать, это у нас будет, к примеру, там long video. А, не, видео. Либо же это будет shorts. Либо же мы можем там какая-то там соцсеть. Тот же самый там, что у нас, Инстаграм. Инстаграм. Пишем, ну, то есть, все, что мы хотим, то мы тут пишем, чтобы мы понимали, что это был за креатив, что это было создано. К примеру, я нажимаю кнопку «Создать». Окей. Сейчас он додумается. Вот он создал мне ссылку, требует ИНН номера. Это при... в том, когда вы подтверждаете свою при создании ссылки, но это работает только для стран СНГ, поэтому вы, соответственно, должны указывать вот эту всю информацию и размещать у себя на площадках. Там же есть, если не ошибаюсь, есть возможность размещать вот эту информацию ИНН в фотографиях, в видео, если не ошибаюсь, и в текстовом варианте, если у вас есть какая-то длинная публикация, вы можете, к примеру, там в конце видео указать, что там реклама, там туда-сюда и все остальное. Сейчас будем это все разбирать дальше. Вот у нас есть маркировка. Это то, что я говорил. Вот есть, можно вставить ту же самую ссылку. Ой, не сюда. Маркировка. Вот наша маркировка. Окей. Здесь мы название креатива, та же самая, мешок для кроссовок, описываем так, допустим, тот же самый телеграм-канал, можно, там хрен с ним, можно ютуб-канал, неважно. Тут опять же мы можем указывать, можем не указывать sub-ID, если нам надо. Дальше мы выбираем тип креатива, текстово-графический блок. Есть текстовый баннер. Баннер это точно это будет для сайтов. Если у вас какой-то сайт и вам нужно разместить именно блок, как вот бывает колонка, и у вас тут баннер такой рекламный стоит. То есть это вы должны указать именно этот баннер. Графический блок. А, текстовый блок мы можем указать, если это чисто вот у вас какой-то пост, и вам нужно разместить ссылку там, и соответственно вы указываете какой-то пост. Если графический пост, вам нужно будет загрузить какую-то картинку, и вам, соответственно, нажмете вот здесь после того, как отправите. Здесь еще видите, введите текст креатива, то есть какое-то описание. Вот, после обязательного типа креатива в текстовом блоке, в текстовом графическом блоке, то есть 20 тысяч символов вы можете написать, то есть описать, что и как и почем. И, соответственно, вы потом размещаете, нажимаете на скрепочку и выбираете нужную картинку. Вам там появится, нажимаете «Отправить», к примеру. А вот он требует, введите поле там, не суть важно. Это мне не нужно, сейчас создавать не буду. Так, дальше что? А, вот у нас тут, потом вот здесь у нас появится вот эта партнерская ссылка, токен так называемый и рекламодатель. Ну, вся информация, которую требует... государство, в котором вы проживаете, для размещения рекламы. То есть страны СНГ, вы можете иметь это в виду. Потом у нас есть Deep Link инструмент. Сокращенная система по созданию тех же самых ссылок. То есть у меня есть, ну, как формируют тоже как через Deep Link, то же самое вот эта партнерская ссылка. По сути дублирует, только здесь меньше информации вы можете указать. То есть здесь вы указываете название креатива, выбираете площадку и выбираете, вернее, указываете ссылку, нажимаете Deep Link, все, сокращенно. Никакой дополнительной информации у вас не будет. Потом есть генератор ссылок. То же самое фигня, то же самое там
А, то есть это мы, по идее, можем из тех, что были уже ссылки, мы можем дополнительно что-то еще сгенерировать, какую-то ссылку. Ладно, дальше идем. Когда-то у меня был свой блог, я его пытался что-то раскрутить, но, к сожалению, у меня с ним не пошло ничего, поэтому как бы у меня были баннера, я делал, да, они отображали, все нормально, адаптировал их под свой блог, но в итоге его заблокировали. Ну, суть это важно, то есть у меня была вот, допустим, здесь вот такая вот картинка. То есть здесь мы можем выбрать так же самое. Вот есть название креатива, то есть это что мы будем создавать есть. Так, какая площадка? Вот мы можем выбрать любую площадку, которая у вас есть, и размещать ее у себя на сайте. Далее выбираем разрешение картинки, как мы видим, подходящее под ваш сайт. То есть маленькое, большое, квадратное, прямоугольное. Так, есть. Нажимаем потом создать, и, соответственно, вам выберет что-то вот подобное будет, допустим. Ага, этот пуст, ладно. Этот пуст, капуст, вот тоже вот максимум, все это есть. Что еще у нас? А вот еще вот есть вот такой баннер у меня. Одно время был, я пользовался. Можно их менять периодически. Дальше, что у нас есть? Дальше у нас есть купоны. То есть сам EPN вам предоставляет какие-то купоны на различные, вот, допустим, Яндекс.Маркет, вы можете вот эти купоны размещать на своих площадках, и люди, которые будут их использовать, соответственно, им будет какая-то скидка, вам дополнительная активность на канал, что люди знают, где можно это взять, чтобы чуть-чуть сэкономить. То есть, вот видите, там какие-то сайты, различные магазины, вы можете их использовать. Далее у нас есть топ товаров. То есть мы можем выбрать площадку, под какие у нас топ товары будут выбираться. То есть и здесь у нас, соответственно, будут топ товары будут показывать, которые у вас были, скорее всего, заказаны. Я уже не помню. У меня был как-то я смотрел, были тут была информация по этим топ товарам. Ну, это такое, нужно, не нужно, это уже на ваше личное усмотрение. Дальше фиды товаров. То есть вот вы можете ознакомиться с информацией вот такой, попробовать что-то создать, загрузку, выгрузку. Потом привлечение рефералов. То есть можно два варианта есть. Вот есть стандарт affiliate и просто EPN affiliate. То есть есть с одних, которых вы будете получать 5% от дохода привлеченного вебмастера, и это будет начисляемое вознаграждение все время, что вебмастер работает с EPN. И есть 5% от привлеченного вебмастера с начисления вознаграждения в течение года с даты регистрации реферала. Ну, конечно, такое себе увлечение. Пригласишь на год и все. Если человек через год начинает активно работать, а до этого он не активно работал, то, соответственно, вы уже ничего не получите. Как по мне, ну, лучше стандарт пробовать использовать. Ну, то уже такое. На ваше, опять же, усмотрение. Браузерное расширение. Это то, что я вам показывал. Вот эта кнопочка у нас тут есть. Браузер. И, соответственно, здесь информация. Мы выбираем, какая у нас площадка. Указываем, опять же, название ее. И создаваем, нажимаем кнопку «Получить площадку». Все. Замечательно. Замечательно. Так, работает этот плагин, как вы видите, на вот этих всех браузерах. На всех этих браузерах, и вы можете их установить и облегчить свою работу на браузере. То есть вам не надо постоянно заходить, копировать ссылку. Вот зашли в карточку товара, скопировали все, потом зашли обратно в панель, потом вставили этот, то есть лишний геморрой, скажем так. Значительно упрощает браузерное расширение и телеграм-канал бот. Вот он, кстати, телеграм-канал бот есть, через которые вы можете создавать ссылки и уже непосредственно облегчать работу, работая с телефона. То есть вы можете те же самые там картинки где-то брать, сами фотографировать, либо еще что-то сделали, закомпосировали и заработали денежку. Далее
инструменты. Возвращаемся. Есть проверка ссылок. Есть, допустим, та же самая. Мы берем, копируем ссылку. Возвращаемся. Есть два типа. Аффилиатные ссылки, за которые вы получите денежку вознаграждения. И есть неаффилиатные ссылки. Вот, допустим, я сейчас беру аффилиатную ссылку. Так, оп. Как мы видим, аффилиатная ссылка. Он покажет для стран СНГ 2,4%, либо же для других стран мира будут 5,5% заработок идти. Так, что еще? Здесь у нас, в принципе, уже все для разработчиков. Я туда не лезу, я вам даже показывать не буду. Кто разработчик, тот сам уже посмотрит, разберется и что-то еще. Мои площадки. То есть у меня есть площадки Телеграма, Ютубы, соцсети, все это есть. Можно с этим ознакомиться уже непосредственно. Зарегистрируешься. Есть партнерские программы. А, вот они, наши магниты. Тут можем ознакомиться со всем перечнем. Здесь их много-много-много, поэтому все-все-все я вам просматривать не буду. Вы можете сами зарегистрироваться и непосредственно посмотреть со всеми площадками. И какая у вас будет процентная ставка, допустим, сколько работает ссылка после того, как человек перешел по ней, допустим, AliExpress. Для стран СНГ ссылка работает 15 дней, для стран из других остальных стран, скажем так, получается 3 дня работает ссылка. Если после 3 дней человек перешел уже по другой ссылке, вы ничего не заработаете. Как-то так. Есть такой момент. Так, далее, что у нас еще есть? У нас есть еще техподдержка, где мы можем смотреть все свои задаваемые вопросы, обращения. То есть мы можем, допустим, нажать. Здесь предлагается ознакомиться с какой-то информацией. Здесь мы можем что-то нам написать, ну, неважно что там, какую-то свою проблему. Далее он вам предлагает какие-то уже готовые ходовые, самые часто задаваемые вопросы, ознакомиться с ними. Если там ничего нет, вы можете отказаться от них и непосредственно задать вопрос уже специалисту, который вам через какое-то время ответит. То есть может это через 5 минут, может через 20 минут. Есть такой момент. Так, закрытые вопросы, открытые, все это есть. Это нам уже не интересно. Так, есть еще вот у нас видеоролики по обучению, вот как, то есть продвижение, какой-то заработок. Работа с кабинетом, заработок, продвижение. То есть это самая базовая информация, которую вы можете, вообще ничего не умея, прийти, посмотреть, почитать, какую-то информацию маломальскую получить, уже что-то там экспериментировать. Так, есть. Далее у нас есть наш фак. Фак наш. Опять же, вопрос-ответ. То есть здесь вы можете ознакомиться с теми же самыми вопросами и ответами. Часто задаваемые, вы можете ознакомиться. Можно, кстати, использовать клавишу Ctrl-G. И здесь появляется сверху строка, где вы можете ввести интересующий вас вопрос. И у вас будет, если здесь среди перечня всех этих вопросов есть какой-то вопрос, он сразу его выделит, и вы посмотрите. И перейдете, посмотрите дальше. Если нет, уже будете задавать непосредственный вопрос. Так, есть. Далее, у нас есть еще... Что есть? Есть Александр. Мой профиль. Есть дашборд. Есть дашборд, где мы непосредственно смотрим. Мы видим вот моя информация краткая, как меня зовут. Здесь баланс заработок за сегодня отображается. Заработок в обработке и заработок, который подтвержден уже к выплате. Вот у меня, допустим, висит вот такая сумма. Есть такой момент. Здесь также самое есть новые офферы, с которыми вы можете опять же ознакомиться и в случае чего работать и зарабатывать. Далее акции какие-то дополнительные от различных магазинов, где вы можете взять те же самые промокоды, разместить у себя на площадке. Человек использует промокод, вроде как и ему приятно, и вам дополнительный трафик. Человек понимает, что он будет получать от вас опять же какую-то дополнительную информацию полезную. Здесь, как мы можем добавить, видите, карта есть, карту банка можно, вот можем что использовать. Вывод на WebMoney кошелек, криптовалюту Тон, Киви, какой-то
Entrify, опять же, для U-Money какой-то, не знаю, банковские карты различных банков. Вы можете, опять же, ознакомиться, какая процентная ставка у вас будет за вывод, вернее, какая будет комиссия за вывод, какая комиссия будет, куда вам будет удобнее. Допустим, если вот как криптовалюта Тон от 50 центов, вы можете его выводить с нулевой процентной ставкой. Замечательно, замечательно. Потом вы уже скрипты можете куда угодно, там, через какую-то биржу вывели себе на кошелек, вернее, ну, на свою карточку, и там уже непосредственно пользоваться физическими деньгами, скажем так. Это есть. Основное, вроде бы, я уже все показал. А, не, еще брошу. Есть мой профиль. Мой профиль, как вы видите, здесь я заблюрил. Здесь у нас вот нужно указать email и логин, он же. Есть номер телефона, можно использовать. Здесь что еще можно? Страна, город можно указать. Так, изменить личные данные дополнительно можно. Опять же, можно получить уведомление на электронную почту в виде новостей, присылать уведомления системы. Так, с этим, ребятки, вроде все. Отдельно еще будут дополнительно нарезочки делать, буду записывать, если что-то непонятно. Если какие-то моменты вас интересуют, пишите в комментариях. Конечно же, допишу отдельные видеоролики, уже будут дополнительно познавательные для вас. Понимаю, это видео очень длинное получилось, аж на полчаса. Ну, надеюсь, это было для вас полезно. С вас, конечно же, это лайк, подписка и комментарий, ребята.